ЦРУ прослушивает парламент Турции. Скандальное заявление сделал член Меджлиса Эрдал Ксюнгер. Депутат от главной оппозиционной народно-республиканской партии входит в парламентскую комиссию по расследованию фактов незаконного прослушивания. По его словам, за работой законодательного органа Турции следят из хорошо защищенного секретного объекта. Как утверждается, он расположен в центре Анкары, в 2 километрах от здания парламента. Руководит операцией полковник центрального разведуправления, а район буквально кишит агентами американской разведки, утверждает Ксюнгер. ЦРУ обвинение турецкого парламентария не комментирует.